А между тем, премьер Украины прокомментировал атаку на российское посольство в Киеве. Гройсман назвал его всего лишь хулиганской выходкой. По его словам, усиления охраны не будет. Напомню, ночью около 20 человек обстреляли здание при помощи салютной установки, а также на территорию посольства была брошена дымовая шашка. Меры безопасности усилены самостоятельно. В посольстве установили по периметру дополнительное заграждение. Укрепили забор металлическими листами, а окна закрыли жалюзи из высокопрочной стали. Местная полиция не задержала нападавших. Ни одного. В полиции сообщили, что по данному факту проводятся проверки. Ранее украинская сторона заявила о невозможности гарантировать безопасность дип-учреждений в связи с проведением выборов в Госдуму 18 сентября, то бишь завтра. Комментирую это. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина обязана это сделать согласно Венской конвенции о дипотношениях.